Так. Вот опять поймал. Это самое чудо. Зубами бобра. Размер чуть больше. Чуть больше крота. Вот сейчас хорошо видно. Странно. Он, очевидно, хотел уйти из опасной зоны. И почему-то повернулся к нему задом. И тронул сторожок. Вот, впервые живого. Вот он. В полной красе. Это совсем не крыса. Зубы, как у бобра. Носик тупой. Видно, да? Вот. Это уже третий с одной норки. Потомство. Те были крупнее. Видно, да, какой вход в этот самый... в кротоловку. Так вот, те взрослые были, у них еле-еле голова туда пролазила. Он бы своим туловищем точно не прошел. Значит, это детеныш. Так, все, теперь посмотрим, что с ним будет делать кот. Рыжик! 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 Не так-то просто. Вот он. Вот его зубы. Он у меня нож кусал. Вот как эта штука называется? И как с ней бороться? Вот эта кротоловка. Вот она срабатывает. Вот там есть... Сторожок болтается почему-то задом. Очевидно, решила уйти другим ходом. Разворачиваясь, зацепила. Может, хвостиком. Ну, не знаю. Тем не менее, за задние ноги поймал. Это вот та самая вещь, которая ест корни деревьев. Очень много у меня пострадало саженцев и даже больших взрослых деревьев. На этом.